Таран-таран, с вами Риран. Ребята, G-Idol, Синьорита, с вами смотрим прямо сейчас. Все, поехали. Ух ты, у меня такая... Ух ты. Ой, подождите, я даже договорить не успела. Мне так нравится. Кип. Маник такой прикольный. О, вау. Эй, сеньор. Там леденец с этим, с лезвием. Все, лампы горят. Так странно, у меня такое типа нежное невинное платьишко было. Куртка кожаная, леденец с лезвием. Короче, вы поняли, тут сочетание опасного чего-то с очень милым. Все происходит. А, типа газ, вы поняли, пошел. А это идет с огнем и со свечками. Ща как рванет. Люди. Опасные барышни. Вау. Обалдеть! Обалдеть! Я только сейчас поняла, что практически не вижу танцев. Ага, я поняла, поняла. Короче, я в самом начале очень правильно поняла задумку. Ой, она такая миленькая тут была только что. О, прикольно, а мужской там, что там, вокал? Это можно вокалом назвать? Нормально. Я так всегда на лифтах катаюсь. Что там, подумаешь? Нет. Мне нравятся у них прикиды некоторые. Некоторые я вообще не понимаю. Ой, прикольная юбочка у нее здесь. Вообще, вот этот мне луку не нравится. Черненький. Я бы вообще бы не сказала, что это корейский, там, где она читает. И у нее немножечко скрипучий голос такой. О, она на этом кране полетела к звездам. Главное сохранять невозмутимость. Стоит такая лялечка в платьишке. Окей, это что было? Танцев тут вообще минимум, мне кажется. Ну, они такие неспешные. Это не реклама косметики случаем. Да, на кому фукает-то? Машина горящая. Труба-автомат, это прикольно. Мне нравится, режиссеры клипа очень хорошо поработали над всеми вот этими фишечками. Это же нужно было придумать. О, блин, концовка классная вообще, кайф. Обалдеть! Мурашки под конец побежали. Ребят, мне понравилось, знаете, необычное звучание в песне. В ней есть такая какая-то фишка, которая со временем в голове будет накапливаться. Эта песня прям вот, мне кажется, хит-хит. У них хит-хит-хит будет, если ее поймут люди. Концовка прям, ну, очень мощная в плане вокала и в плане музыки. Это все немножечко так давит, с одной стороны. С другой стороны, класс. Мне, короче, понравилось. Понравилась задумка клипа. И девочки такие невозмутимые были. Ну, и все, как я люблю. Такое, типа, а-ля красочное, яркое. И вместе с тем имеет перец свой. Все. Отзывы пишите в комментариях здесь. Опрос. Таран-таран. С вами была Ариран. Я всех целую, люблю.